Открыта продажа билетов на ретро-поезд на паровозной тяге с сообщением Сыктывкар, Микунь, Сыктывкар. Это экскурсионная программа с погружением в историю становления в регионе железнодорожной отрасли. Туристы посетят музей истории города Микунь, федеральную лабораторию микуньского филиала Сыктывкарского автомеханического техникума и местную достопримечательность – храм Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, в августе РЖД планирует тур-программу «Ретро-паровоз-2024» по маршруту Сыктывкар, Усть-Вым, Сыктывкар. Это путешествие в колыбель Коми православия с экскурсией по Михайлово-Архангельскому монастырю и посещением популярнейших объектов туризма села, историко-этнографического музея и музейного объекта «Крестьянская усадьба».